Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления сегментации в конце цевья закрепите очищенную бородку глазкового пера павлина. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить сначала по направлению к загибу крючка, затем обратно. Намотку остановите, не доходя до колечка примерно 1/3 длины цевья. Намотайте бородку павлиньего пера на тело мушки, сделав примерно 4 оборота. По окончании намотки закрепите ее. И отрежьте лишнее. Для изготовления грудки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить вплотную к телу мушки, обязательно оставив свободное место около колечка. Для изготовления ёршика возьмите перо куропатки и, отступив от его кончика несколько миллиметров, отогните бородки назад. Затем за это место закрепите его около колечка. После закрепления отрежьте лишнее. Сделайте пером 1-2 оборота вокруг цевья, не забывая постоянно отводить бородки пера назад. По окончании намотки закрепите перо около колечка. И отрежьте лишнюю часть ости. Держа нить натянутой, расправьте ёршик. Затем отогните все бородки ёршика назад и намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Все, мушка готова.